Владислав Кимкин в вольной борьбе с 7 лет, кандидат в мастера спорта. В личной копилке 25 медалей различного уровня, республиканского и международного. Выступает в весовой категории 65 килограммов. Сегодня на родном ковре за 10 секунд уложил соперника из Жлобина. Во втором раунде неудача. Борец из Витебска оказывается сильнее. Да, проигрывать всегда неприятно, признается парень, но сдаваться не собирается. Бабушка привела на тренировки, я так начал заниматься и все понравилось. А чем нравится этот вид спорта? Ну, не знаю, вот, за переживания, вот эти вот достижения. Этот турнир с богатой историей. Он проводится традиционно в честь памяти мастера спорта СССР Сергея Коренькова. Его родной брат лично принимает участие в организации состязаний. Мы потихонечку, мои друзья, мои борцы, которые когда-то заканчивали школу-интернат спортивного профиля, и просто коллеги по работе помогли мне материально, и мы начали, можно сказать, за свои деньги проводить этот турнир. Всего на турнире 3 соревновательных дня. К слову, проводится он уже в 17-й раз. Сегодня борются юноши 15 и 17 лет. Завтра на ковер выйдут представительницы прекрасной половины человечества. Принимают участие у нас команды всей Республики Беларусь. Ну, буквально, получается, даже несколько команд есть из разных регионов, которые привезли по 2-3 команды. Вот с Гродно 2-3 команды. А так у нас, в принципе, около 126 участников мальчиков и 86 девочек. Всего на турнире будет 10 победителей в разных весовых категориях. Есть возможность повысить свой разряд до кандидата в мастера спорта. Для этого нужно стать лучшим в своей квалификации. Ольга Васенда, Стас Чечерин, Бобруйск, 360.